В этом году в Ижиме облагородится порядка 5000 квадратных метров пешеходного пространства. Для большей части тротуаров уже определены подрядные организации, и работы или ведутся, или уже закончены. На ближайшие коллеги выставляются дополнительные объемы работ, значит, с экономией, и будут определены подрядные организации, и работы будут выполнены. Новые тротуары появятся на 23 участках. На 20 из них будет применяться асфальтовое покрытие с бордюрами. Брусчатка будет использоваться только в центре на улице Пономарева. По словам заместителя главы Ишима по городскому хозяйству Дениса Ампилогова, асфальт намного дешевле брусчатки, и прочность его никто под сомнение не ставит. К тому же использование асфальта на тротуарах позволит охватить больше улиц. Приоритет, конечно, безусловно, значит, на примере предыдущего, значит, объекта мы отдаем, конечно, тем объектам, где сегодня наибольший пассажиропоток, так скажем, да, социально значимые объекты, то есть вот мы сейчас видели на примере Ударной, значит, это объект, в границах этого тротуара попадают две школы, детский сад, то есть мы понимаем, чтобы ребятишки понимали сегодня безопасность дорожного движения, значит, понимали, что надо идти по тротуарам, и мы сегодня создаем эти условия, чтобы они могли пройти, во-первых, безопасно, а во-вторых, конечно, пришли в школу, в садик чистые, что тоже немаловажно. Как прогнозирует Денис Александрович, все работы по тротуарам, запланированные на этот год, будут завершены в середине сентября. Однако охваченные улицы – это лишь малая часть тех, что нуждаются в пешеходных зонах. Как выразился замглавы города, стрижка только начата. И на самом деле в этом направлении нужно провернуть серьезную работу, ведь около половины всех улиц Ишима нуждаются в нормальных тротуарах.